Те, кто всегда на страже здоровья, руководители больниц и поликлиник 3-го медицинского округа собрались на очередной конференции. Врачи обсудили актуальные профессиональные проблемы, а также рассмотрели ряд вопросов, касаемо изменений в сфере здравоохранения. День главного врача проводится на территории 3-го медицинского округа ежемесячно по поручению Министерства здравоохранения Московской области. Начиная с июня текущего года, руководители больницы, поликлиник из городов Дзержинский, Лыткарино, Котельники и Люберцы обсуждают на таких собраниях самые насущные проблемы в области медицины. Привлечение кадров, улучшение работы скорой и неотложной помощи, а также вопросы взаимодействия с местными и региональными властями. Последняя встреча прошла на базе 6-го поликлинического отделения ЛРБ номер 2. Сегодня мы будем заниматься проблемами также погашения кредиторской задолженности, потому что это сейчас очень остро стоит. Также мы сегодня поднимем вопросы кадров и социальной ипотеки. Также сегодня у нас будет отчет по вакцинопрофилактике за первое полугодие. Подобные встречи проводятся прежде всего с целью повышения качества оказываемых медицинских услуг. Решения, принятые на таких собраниях, фиксируются в протокол, а затем отправляются на рассмотрение в Министерство здравоохранения Московской области. А для более тесного взаимоотношения с властями региона в дальнейшем планируется приглашать на такие встречи представителей Минздрава Подмосковья. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.